Здравствуйте! Сегодня мы замеряем экспозицию экспонометром Ленинграда. Нам это нужно для того, чтобы знать, какую диафрагму нам выставить, какую выдержку нам выставить на фотоаппарате. Фотографировать мы будем вот такой вот натюрморт. Ну, чтобы замерять экспонометром, для начала надо знать чувствительность пленки. В нашем случае это 400 единиц. То есть мы берем экспонометр и вот здесь ставим чувствительность пленки напротив вот этой вот стрелочки. Таким образом. Это у нас 400 единиц. Тут 400 значения нет. Есть между 250 и 500. Вот назначим там 400. Дальше идем к нашему натюрморту и теперь направляем экспонометр на натюрморт. И смотрим, куда отклонилась стрелочка. Стрелочка сейчас никуда не отклонилась. Значит, мы берем шкалу поменьше вот этой кнопкой. Вот шкала поменьше. Видим, что стрелочка отклонилась на 4. Чуть-чуть побольше, чем 4. Значит, мы вот здесь ставим это самое 4, даже чуть-чуть побольше. Вот здесь вот ставим 4. И смотрим. Любая из этих экспозиционных пар нам подойдет. Любая – это правильная экспозиция. Какая нам нужна, пожалуйста? Выдержки диафрагмы. В любом из этих случаев вы попадаете в экспозицию. Но есть нюанс. В случае с нашим натюрмортом все хорошо. Он богат серыми тонами. А вот если нам потребуется снять темное на темном или светлое на светлом, тут такой замер может не пройти. Так как, что бы вы ни померили, экспонометр это все считает серым. Он так устроен. Здесь придется пользоваться серым листом бумаги. Ложили как серое, да? Дальше уже выставили. Или же мы можем отвязаться от объекта, мы можем померить свет. Для этого нам понадобится надеть на экспонометр молочное стекло. И меряем уже источник. Он будет показывать так же, как и с серым листом. 4,5. Итак, подведем итог. Что нам нужно? Нам нужно для начала выставить чувствительность пленки, да, вот здесь вот этим колесиком. Дальше посмотреть, насколько отклонилась стрелка. Выставить значение цифры, насколько отклонилась стрелка вот здесь. И дальше выбрать ту экспозиционную пару, которая вам подходит. Собственно говоря, любая экспозиционная пара даст нам хорошую картинку, даст нам правильную экспозицию. Но выбор за вами. Вот здесь у нас выдержки, да, шкала выдержек. Вот здесь у нас шкала диафрагмы. На этом прощаюсь. Спасибо. До свидания.